Мечта многих строителей – построить город с удобной и комфортной жилой экосистемой в едином архитектурном ансамбле со школами и детскими садами в шаговой доступности, экологическими островками, свежим воздухом. Строительной фирме «Проспект» посчастливилось воплотить свою мечту. В сердце Сибири, рядом с мегаполисом, не так далеко от суматохи рутины и серых будней Наукоград-Кольцово, где иначе живут, чувствуют и мечтают более 15 тысяч человек с особой судьбой. Здесь есть все, чтобы человек благополучно родился, учился, работал, отдыхал и встречал старость. Добрый день, уважаемые коллеги. Я как строитель в преддверии нашего профессионального праздника хочу поделиться со всеми строителями по радостям своей профессии. Особенно благодарна она, когда вот судьба так распорядилась, что мне, нашей команде, которая здесь, довелось строить город. Мало кому доводится, много, конечно, разных объектов есть, но они одиночные. Строить город – это счастье, это какой-то строительный фарт. По застройке Кольцова мы его начали застраивать с самого основного основания. Ну, практически, если не первый, то второй дом. Это наш был, который мы закладывали и строили. И все это не только жилье, все это было построено в комплексе для «Вектора» как предприятие градообразующее. Это были времена Советского Союза, времена господства строительной организации мощнейшей «СИБКДМ-строй». Дальше мы эти традиции продолжили, времена менялись, но мы строителями остались. Несколько сменили свое название. Мы стали строительной организацией отдельной, но дело кольцовское наше, которое было начато нами сразу после окончания институтов, техникумов, других заведений, оно продолжается. Продолжается под эгидой фирмы «Строительный проспект». Уже 20 лет строительная фирма «Проспект» – ключевой партнер и застройщик Кольцова. Жилые дома, школы, детские сады и объекты промышленного назначения. Внешний облик Кольцова существенно отличается от мегаполисов. Классика и лаконичность с разумной логистикой и инфраструктурой в окружении с природой. Здесь есть практически все для комфортной жизни, эволюции разума и тела. В 2019 году строительная фирма «Проспект» получила престижную премию «Человек года в сфере строительства». Уникальное и учебное заведение Кольцова, построенное строительной фирмой «Проспект». Детские сады «Левушка» и «Совенок» – это синонимы передовых технологий и образовательных методик. Здесь у дошколят есть все условия для развития и отдыха. Преподаватели из местных языковых школ практически с пеленок готовят малышей к покорению мировых вершин. Спроектированная и построенная уникальная школа на 1050 мест, подобных которой в России только 5. Центральное направление школы – это аэро- и космоквантум. Государственные программы развития экономики создают новые точки притяжения науки и бизнеса. Наукоград-Кольцово выходит на новый, более мощный виток своего развития благодаря строительству СКИФа – Сибирского кольцевого источника фотонов и развитию программы «Академгородок 2.0». Все эти программы, несомненно, привлекают в Кольцово большее количество специалистов и создают высокий спрос на жилье. Строительная фирма «Проспект», предвосхищая события, заложила и застраивает новый микрорайон «Никольский», первый дом в котором будет сдан уже в этом году. Я вот несколько эмоционально, но я просто хочу передать этот настрой всем строителям, что профессия архиважная, профессия востребованная как никогда, начиная прямо от самого рядового подсобного рабочего, да, заканчивая всеми инженерами, главными инженерами, проектировщиками. Хотелось бы выразить величайшую благодарность, низкий поклон всем людям, которые с этой труднейшей профессией связаны. Дождь, снег, ветер, любые другие катаклизмы, труднейший физический труд. Все это здесь, все это мужество, все это
борьба, героизм прям людей, тех, которые возводят своими руками. И я думаю, что им есть чем будет гордиться, показать это детям, внукам. Хочется великую благодарность передать самому основателю нашего проспекта. Это человек, который первый колышек нашей организации забил вот в ее дело. Павел Владимирович Корчагин. Сегодня он тактикой не занимается, стратегией занимается. Вот хочется всем строителям, всей команде, которая у нас сегодня есть, состоящей из всех-всех профессий, должностей, и передать прямо большущий привет, пожелать всем здоровья, сказать: ребята, ну не зря мы живем. Строители, ну будьте здоровы, будьте счастливы, дай вам Бог великих дел.